Бензоколонка на проводе. Слушаю, товарищ Бабий. Понятно, товарищ Бабий. Будет сделано, товарищ Бабий. Панас Петрович, Людмилу добрый вечер вызывают в трест по вопросу увольнения. Как увольнить? За что? Панас Петрович, а меня почему-то увольняют? Действительно, за что? Да ну. Подожди, разобраться надо. Идем. Запрыгалась. Ну и дура ж ты, как я погляжу.